хорош. Изи. Настоящий инк. Настоящий инк. Отвечаю. Буду сейчас с друзьям хвастаться. Буду сейчас с друзьям хвастаться. Я с инком играл. У меня просто это... Синк, постой. Сейчас детей разбужу, чтобы видели, с кем я играю. Окей? Кто это такой? Не знать его? Нет. Мне честно, это похуй. Ты играешь в эту помойку, как бы ты должен знать, с кем ты играешь. Ну, врага нужно знать лицо. Должен. Вот он меня должен знать. Да, я. Hello, я тут. Так, ну смотрите, значит, ставки делаю. Зеленый первый умирает, потом желтый, потом синий, а я беру топчик. Нихуя-то ставки. А почему я должен умирать вторым? Ну, поверь мне, это очень сложная система, не буду тебе объяснять. Она рабочая на 100%. Она у тебя есть это, да? Конечно. Последние остались. Лол. Сори, парень, но я пошел убиваться. Еще прикрывайте. Зону пока занимайте. Короче, ты первый все-таки, да? Да. Ой, лучше. Ну, прогнозы немного не оправдались, но спасибо за закат. Спасибо за игру. Привет, парни. Здорово. Hello, my friend. Инк, ты что ли? Нет. О, здорово. Облачно, возможно, осадки. Да вот, не так давно смотрел твой ролик. Последний понравился. Полный отстой. Дизлайк, отписка. Скатился. Не могу поверить, что мы одни. Это вообще легально. Да, я тоже удивлен. Попахивает топчиком. Синий, подними, пожалуйста. Ой, какие молодцы. Ну чё, в ролик попадет на что? Думаю, вряд ли, так как я был самым бесполезным в этой катке. Охуеть, никогда не думал, что попаду. Вчера только видос смотрел. Да как так-то? Я просто обязан попасть в какой-нибудь выпуск. Ну, мы можем и на ангу поговорить. Конечно, криво, но я постараюсь. Да не-не, все, уже момент упущен. Ля... А давай прикинусь, как будто ничего не было. Hello. Вчера вдруг смотрел твой видос и такой, типа, вдруг говорю, ты понимаешь, что ну, прикольно же, интереснее. А он такой, типа, а чё в дыре, зачем мне английский? Я говорю, ты что, с нормальными людьми общаться? Вот посмотри, например, кидай ему ссылочку. Он такой смотрит, да, нормально, интересно. Я такой, ну вот. Да, сказать, что шокирован, ничего не сказать, честно. Я сам в шоке. Ой-ой. А у меня... Да за что? На моем тру... На мне прям. А можно еще сыграть? Поехали, прям сейчас тогда. Да пощади молодых. Пушим. Справа стреляют, не сильно ты вылазишь. Лучший. На желтый? Да, за желтый. Ну, он за домиком этим. У нас спина, гора может спуститься. Пушу, нужно их пушить.
Давай дверь открою. Они тут. Он здесь, в моем доме. Открывай. Все, один остался, мы знаем, где он. Проходим дорогу. Он сейчас на меня пойдет, не торопись. Зверь. Лучший. Привет, Синг. Йоу. Как дела? Я подписчик твой. Ух ты, ешки. Приветшки. Привет. Прям ты очень классный. Мне очень повезло. Ты считаешь, мне с тобой сейчас повезло или нет? Я считаю, что нет. Кушаем? Уем, на обосрался, слушай. Все, лучше. С каким самым старым игроком ты играл? С тобой. Старее меня никого не было? Ну, тебе по голосу не знаю сколько, лет 45-50? О-о-о, ничего себе ты загнул. Ой, жесть. Да. И мне 38 лет. Все, что ли, одиночка остался? Да, там, за деревом. Я его убил. Я говорил, что мне с тобой не повезло. Здорово, Инг, ты что ли? Привет. Дирижин, ты что ли? Слушай, ну да, это я. Всегда хотела задать кому-то этот вопрос. Когда видос? Ну, я в отличие от тебя их не раз в месяц пилю, типа, а два раза в неделю. Сколько тебе там уже подписчиков-то? Почти 1200. Ого, ты опасный. А ты делаешь монтажи только по PUBG? Ну, много чего, просто оставь ссылку в описании, и подписчики посмотрят сами. Если возьмем топ, то оставлю. Ну, ты же знаешь, что со мной топ-то взять сложно. Ну, значит... Слушай, у меня есть гениальная идея. Давай, короче, мы с тобой договоримся. Ты, короче, возьмешь топ с левым чуваком, вставишь потом, типа, это я занял топ с тобой, а там в конце я потом... Инга, хочу у тебя детей! Мы взяли топ! И ты добавишь потом, ну, ссылку в описании. Гениально! Инга, хочу у тебя детей! Мы взяли топ! Да, это было бы забавно. Ну только этот разговор не вставь, чтобы никто не спалил. Ага.